Друзья, всем привет, с вами Никита Дилей, и мы продолжаем играть на нашей любимой зеленой долине. 6:05 утра, работа кипит, и поэтому погнали смотреть, что у нас да как. На 16-м поле у нас вовсю идет посев. На этот раз я решил посеять чеснок, потому что у нас его нету, а все остальные ресурсы вроде как в небольшом количестве, но есть. А чеснока пока что нет вообще, поэтому надо потиху затариваться корнеплодами, которых нету в принципе у нас на складе. Так что МТЗшечка, в общем-то, катается, это все дело сеет. У нее вроде как это хорошо получается, так что пускай. На 7-м поле у нас, друзья, идет уборка канолы. Соответственно, здесь работает наш ротор вместе с МТЗшкой, с ПТСкой. Да, у нас только МТЗшки, в общем-то, 15-23, которые. Они, соответственно, в паре все это дело убирают. У этого товарища вроде как топляк заканчивается, поэтому надо будет его на досуге подзаправить будет. Ну и 22-е поле. В прошлой серии мы отсюда убрали канолу, поэтому будем готовить поле к посеву. Сейчас здесь наша малютка МТЗ ездит это все дело культивирует, и он зелок впереди ездит это все дело удобряет. У этого пацанчика тоже с топляком беда, поэтому надо будет и его заправить, подъехать сюда. В ферментаторе у нас, друзья, еще осталось немного силоса. Если мне не изменяет память, что-то там 250 кубов примерно плюс-минус. Сейчас мы это точно посмотрим. Да, 266. В общем-то, это дело тоже надо будет потихо отсюда вывести. Но сначала мы подождем, пока освободится наш сам БГА. Здесь, как обычно, катается зелок. Он, по-моему, никогда не останавливался все время. Вот сколько я записываю, сколько стримлю, он всегда ездит, продает этот сраный дегистат. А что бы было, если бы я не расширил эту бочку, я ума не приложу. Тут, в общем-то, дегистат заполнен, и он заполняется, наверное, быстрее, даже чем он успевает кататься. Ну а силоса внутри лежит 455 кубов. Так что ждем, пока освободит, а потом уже запустим Урала. Далее, друзья, предприятие, которое стоит посетить и представляет какой-то интерес более-менее, это, во-первых, маслобойня. Тут я накосячил и не освободил поддоны, не отодвинул. И это на самом деле большая проблема. У нас-то предприятие стало, соответственно, мы не сможем в этой серии заменить здесь рабочих. Соответственно, двое остаются здесь. Соответственно, мы прямо сейчас жмых отсюда убираем, отодвинем его просто в сторону, вот так вот. И это предприятие должно снова заработать. Вот это я, конечно, да, никогда так не делайте, всегда следите за этим делом, то будьте такие же лошары, как я. Так, и это мы тоже освобождаем. Соответственно, по маслу, что у нас тут? Я думаю, эти палеты пока не стоит трогать, а то тут, видите, 99-95%. Это не есть хорошо, пускай так и будет. Так что предприятие дальше зашуршало. Кстати, палеты могут закончиться внезапно. Я надеюсь, это случится после того, как рабочие отработают свою смену. Далее, как обычно, пивзавод. Тут, друзья, у нас все просто, все по плану. Три валерона, отвезем их сегодня на остановку. Надо будет отвезти нашим братьям-алкашам пивас и квас, которые здесь произвелись. А также у нас тут есть еще поддоны, которые тоже, кстати, надо двигать в сторону, как я вот это вот делаю всегда. Сколько у нас тут всего? Всего 6 штук, это неплохо. На самом деле, мне кажется, что это пиво придется сегодня продать. А вот это то, что я цепанул, это не есть хорошо. Это я очень зря сделал. Давайте-ка его на место как-нибудь подвинем. Ё-моё, что-то тут даже залагало, когда этот поддон сдвинул. Я думаю, так, если он будет стоять, он будет продолжать наполняться. По крайней мере, я на это очень надеюсь. И это все дело не забагается. Соответственно, здесь у нас есть три валерона, которых мы отсюда заберем. Также, друзья, на стриме было принято решение отвезти одного валерона сюда. Я не знал, куда отвезти одного, единственное, чтобы он один был. И вспомнилось мне, что у нас тут оставалось до хрена топлива. Можно будет потом взять фрезу и этот песочек продать. Какие-никакие, а деньги. Деньги нам нужны, все мы об этом прекрасно знаем. А за что это у нас? А, это за семена списались, хорошо. В общем-то, отсюда валерона тоже надо будет забрать, а песок мы освободим на стриме, наверное. Ну и, конечно же, друзья, самое интересное, то, что у нас, наверное, на данный момент у нас есть, это стройка. Отсюда я валеронов забрал. Мы их пытались на стриме утопить в озере, точнее в реке. У нас не очень хорошо это получилось. Они что-то падлые. Ладно, все, не будем о грустном. Но, в общем-то, надо будет их довести до остановки и сюда, соответственно, притарабанить партию новеньких. Так что по предприятиям вроде как все. На полях работа идет. А, еще забыл про одну вещь. Это, друзья, наша топливная мельница. Тут у нас есть топливо, 12 кубов. Мы его отсюда заберем, заправим нашу технику и отвезем это топливо на базу. Тут еще канола осталось полбака. Я так понимаю, за сутки оно потратилось только. Поэтому мы сюда ничего не повезем, а в следующий раз, если оно все до конца переработается, отвезем то, что у нас останется на складе. На складе у нас дохрена канолы, и плюс еще целое поле убирается, которое не самое маленькое по размерам. Так что я надеюсь, в топливе мы нуждаться долгое время не будем. В общем-то, друзья, погнали работать. Работу начинать мы будем, друзья, с нашего маза. Именно он у нас возит топливо.
Для него есть цистерна. Соответственно, наша задача сейчас съездить на топливную мельницу, залить топляк в эту бочку, то, что там есть, после чего съездить на два поля и заправить технику, которая там работает, чтобы вот эти красные надписи мне глаза не мозолили, потому что они меня раздражают. Так что погнали. Так, друзья, подъезжаем к первому клиенту. Соответственно, МТЗшечка, опять-таки, хороший вопрос. Заправится ли она сама? Догадается ли она то, что ей это надо? Да хорош дрифтить ты, Мас, ёшкин кот. Его ломает просто по жести. Я еле сюда добрался. Это просто кошмар. Давайте вот так вот сейчас на его маршруте встанем просто. Преградим ему дорогу. И он упрется. И может быть заправится, я очень надеюсь. Потому что очень не хочется вылазить из Маза. О, заправляется. Красавчик. Что, все? Больше тебе не надо? Надеюсь, ему больше не надо. А хотя он литров 300 заправил. Нормально. В общем-то, тогда погнали на другое поле. Провернем ту же самую операцию с другой МТЗшкой. Так, друзья, я тут к вам приехал. Как у вас дела? Дела у них вроде неплохо. Они работают. Ну что ж, будет ли оно заправляться? Хотя он сейчас не пишет о том, что... Да не ломайся ты, дрифт масс. Он сейчас не пишет о том, что нужно топливо ему. Вероятно, он так даже не считает. Да, он так не считает. Ну и ладно. Тогда мы выйдем отсюда. Прогоним нашего Валерона и заправим его вручную. Потому что это, наверное, самый правильный вариант. Нанимаем, соответственно, другого Валерона. И топливо везем на базу. Один из кубов у нас будет храниться на заправке на базе, а в следующий раз то, что соберем, поставим в бочки и поставим, оно будет храниться на этом самом, на поле, которое около биогаза находится. Там тоже у нас техника есть, которая оттуда не уезжает, как правило. Поэтому пускай, в общем-то, там тоже это все дело будет. Но это, друзья, уже в следующий раз, и это совершенно другая история. Кстати, потихоньку уже солнце встает, 6:30, рассвет, все дела, и это неплохо. А то, знаете, в потемках тоже работать такое себе удовольствие. Паркуем этого пацаненка куда-нибудь сюда, заодно и топляк выльем. И он еле едет, ёшкин кот, что с тобой не так сегодня? Такс, выгружаем топливо на заправку и даже припаркуем его обратно на то же самое место. Не знаю, как по мне, это вполне нормальное место, где ему жить. Такс, загоняем, не попал я. Им очень тяжело маневрировать этим прицепом. Не знаю почему, но он какой-то непослушный прям. От слова совсем. Во, стой здесь. Фары вырубаем, сколько у тебя лампочек разных. И эту задачу мы, в общем-то, сделали. Далее у нас, друзья, пивзавод. И тут все как обычно. Пиво, квас на одно и то же место. Возим, продаем, погнали. Далее, друзья, пришло время немножко поиграться с рабочими. Соответственно, вот эти 10 парней, которые сидят у меня сейчас в газоне, это те, которых я забрал со стройки. Мы их пока припаркуем вот сюда. И, соответственно, вот в этот газон загрузим вот этих вот 10 свежих, которые на остановке ждут. Они у нас пойдут работать на стройку. Тут сейчас в кузове 94 литра. Я на стриме немножко накосячил с этим всем делом, но... Не будем придавать этому особого значения. Надо, в общем-то, загрузить вот этих пацанов. И сюда же мы сейчас выгрузим на эту же остановку тех, которые у нас уставшие, которых мы только что привезли. А этих, соответственно, отвезем на стройку. У нас там дождик, кстати, впереди намечается. Надеюсь, уборка к тому времени закончится. Потому что, как вы знаете, в дождь убираться-то нельзя. Так, эти есть. Давайте-ка отгоним пока что этот вот... Пускай стоит, ждет, курит. А из этого газона выгружаем. Да, эти мутные схемы какие-то непонятные с этими рабочими. Но ничего, все по плану, друзья. Все, этих выгружаем. И пускай он здесь стоит. А где второй? А, вон второй, вижу. Этих пацанов повезли на стройку. И стройка у нас зашуршала. Да, кстати, ребята, я вас обманул по собственному незнанию в прошлой серии. Получается, не 3 смены, а 5 смен будет это все дело у нас происходить. И если двигаться дальше по тому же самому расписанию, то есть один день, одна смена, то мы к 10 серии не успеем. Поэтому, друзья, у нас опросик сверху появился. Вон там, он в правом верхнем углу.
тыкайте, короче, то, что вам нравится. Первый вариант — это немножко упороться и, не знаю, больше времени мотать и так далее, но к концу сезона завершить стройку плотины, или же это все дело перенести уже на следующий сезон, чтобы результат был только в следующем сезоне, но мы продолжали действовать по плану. Короче, нажимайте, голосуйте. Сделаю так, как вам больше понравится. А этого пацаненка, соответственно, мы отгоняем в сторону. Во, пускай стоит здесь. Мы с помощью него же заберем потом этих работяг и отвезем обратно на остановку. А еще, друзья, смотрите, что у нас тут есть на горе. Это гребаная мельница. И сегодня, как вы уже догадались по названию серии, я собираюсь это все дело купить и запустить. Но, как всегда, есть одно но. У нас не хватает денег. Если мы посмотрим в меню, этот участок стоит 254 тысячи, а у нас 224 тысячи. Соответственно, 30 не хватает. Но у нас есть пиво. У нас есть 6 поддонов с пивом. У нас есть дохрена сахара и есть эта самая сахарная пудра. Есть подсолнечного масла чуть-чуть, то есть денег заработать мы можем. Вроде как, если правильно посчитать, то есть если в принципе посчитать... на магазине сейчас цена самая высокая 2630, у нас 12 тысяч литров. Если на глаз, то тютелька в тютельку должно хватить, если это все дело на магазин продать. Магазин у нас, кстати, находится прямо здесь, и это не очень хорошо, потому что нам нужно купить еще палеты. Если мы посмотрим здесь на источник, на сырье, то, что здесь требуются палеты, соответственно, кукуруза, рожь, ячмень и пшеница. Ресурсы у нас так-то есть, кроме палетов. Хотя, кстати, у нас же, наверное, палеты на лесопилке остались, которые я до сих пор так и не продал. А ну-ка, погнали, посмотрим, где наша гребаная лесопилка. Может, тут есть палетики? Слушайте, а тут есть палеты. Эй, друзья, мы тогда палеты туда повезем отсюда. Вот они и пригодились, можно считать. Тогда все замечательно. Рабочие туда не нужны, что тоже, в принципе, хорошо. Сейчас продадим пиво, посмотрим, сколько мы с этого поднимем. Плюс через 4 минуты нам еще сюда прилетит немного денег за проданное пиво, за квас, за силос там еще что-то пошло, за заправку. В общем-то, давайте снимем эти самые борта, закинем сюда вот эти наши поддоны. Сейчас повезем это все продавать. Один есть, второй есть, третий есть, четвертый грузим уже на прицепчик, есть. Как приятно, когда сами заскакивают, да? Так, этот пятый есть. Кстати, может быть, нам сейчас прилетит даже больше, чем, точнее, быстрее, чем я довезу это пиво. Ну и ладно. Без разницы. Мы это, в общем-то, все погрузили. Поехали, отвезем это на магазин. Магазин, который находится у нас в деревне, около нашей базы. А то мы сюда пиво возим, а туда как-то нет. Там неплохую цену предлагают, в принципе, так что погнали. Эй, друзья, а нам тут прилетело бабло, его прям до хрена. Ну, не то чтобы прям совсем до хрена, но прилетело. Я думаю, тогда пиво продавать вот это не стоит. Давайте выгрузим его на базу, пускай оно у нас на базе стоит. Потому что деньги-то есть, можем купить мельницу. Круто, слушайте. Итак, прибыли мы на базу. Давайте, может быть, даже вот сюда вот возгрузим от всех подальше. Будет наш личный склад пиваса. Я же давно говорил, что надо один поддончик на базу притащить. В общем-то, будет у нас 6 их. А почему бы и нет? Пускай стоят. Когда-нибудь продадим, если вдруг будет не хватать на какую-нибудь покупку. Так-то 20 тысяч тоже на дороге не валяются, раз уж мы их сюда привезли. Если бы я знал, что прилетит нам денег и хватит, я бы их сюда не вез, если честно. Но уже получилось так, как получилось, поэтому разгружаем это все к себе в гараж. Будет у нас, короче, большая тусовка на закрытие сезона, наверное. Продадим кучу пива, и все будет хорошо. Главное не разбить. Хотя тут, наверное, пластиковые бутылки, да? Душечки. Так, закрываем дверцу. И сейчас нам понадобится, опять-таки, этот самый газончик. Правда, наверное, прицеп мы от него отцепим, потому что мы два палета повезем всего. Так-с. Давайте его, наверное, на место вот здесь вот поставим, там, где он у нас всегда стоит. Так вот, например. Да и пофиг, пускай стоит, никому не мешает, это главное. Поехали на лесопилку за палетами. Так, привет в очередной раз, лесопилочка. Давненько мы здесь не были, на самом деле. Что у нас тут по палетам? Вижу раз палет, вижу два палета, третий неполный. Мы его трогать не будем. Ох ты ж, ежик. Грузись давай. И второй тоже возьмем, на всякий случай. Пускай будет. Во. И повезли это все дело на мельницу. Так, здрасте, приехали. Для начала, конечно же, надо купить эту самую мельницу. Участки покупаем. 254 тысячи это удовольствие стоит. У нас еще остается немножко денег на семена нашей сеялки. Хотя через час опять что-нибудь прилетит. Это тоже, в принципе, не особо большая проблема. Давайте тогда разгружать палетики. Куда это делать, еще вопрос хороший. Может, сюда? Не, не сюда. Кстати, что по поводу рабочих? Они здесь нужны или нет? Где тут хоть один триггер? Во,
Нашел. Есть. Соответственно, 4 мельницы, 4 разных производства запускаются все по отдельности. И работники здесь нужны. 2 штуки. 2 штуки, и, наверное, они тоже как бы общие. На все идет. Ну и ладно. 2 работника мы найдем, кстати. Без проблем. Давайте найдем. Да, вот здесь вот у нас, скорее всего, рабочие высыпаются. Теперь надо найти, куда высыпаются палеты. Наверное, вот сюда. Нет? Не сюда. Может, тогда вот сюда? И не сюда. Вот сюда тогда. Да, палеты у нас высыпаются вот сюда. И сейчас главное проверить, чтобы это на все мельницы распределялось. Да, палет, видите, на все мельницы. С рабочими будет та же самая история. Отлично. Давайте тогда и второй тоже туда выкинем. Почему бы и нет? Это есть. Да, кстати, сколько их всего сюда, этих самых палетов, надо? 5 штук сюда надо. Но уже потом как-нибудь на досуге привезем остальные. Меня сейчас больше интересует пшеница, ячмень, рожь и кукуруза. По 20 кубов всего надо. И вопрос, чего у нас есть 20 кубов, чего нету. Пшеница, ячмень у нас есть. Кукуруза у нас тоже до хрена, 111 кубов. А где рожь? Как она вообще выглядит? Это хороший вопрос. Есть ли она у нас? Вот это рожь. Ржи нету. Это не очень хорошо. Ну и ладно. Значит, ржаной муки сегодня не будет. Зато будем знать, что сажать. Что-то я про рожь совсем забыл. Ну и ладно. Такс. Газона оставляем мы здесь. Я уже потом буду порядки наводить. Обычно мы это на стримах любим делать. Все мы об этом знаем. Сейчас же, друзья, мы возьмем нашего КамАЗа и с помощью него отвезем туда пшеницу, ячмень и кукурузу. Можно, в принципе, нанять Валерон на эту работу, но с учетом того, что тут по одному разу нужно будет смотаться, я думаю, что мы это и сами сделаем. Что называется, птица я не гордая, могу и сам поработать. Почему бы и нет? Пшеничка. По 15 кубов отвезем, я думаю, на первое время этого хватит. Да, кстати, если верить механике игры, то получается 2 работника, которых мы отвезем, будут там работать не 12 часов, потому что 12 часов это, я так понимаю, они там будут работать, если предприятие загружено полностью, то есть все ленты будут работать. А если мы запустим 3 из 4, то, соответственно, время немножко увеличится, сколько они там будут работать, потому что скорость переработки, все дела, потребление ресурсов, я, в общем-то, представляю, как это работает, если здесь правильно реализовано все. Ну, ничего страшного, как-нибудь справимся. Я вон с этим с подсолнечным маслом накосячил так нормально, и ничего, жить будем. Просто в следующей серии тогда оттуда Валеров заберем. Такс, мы привезли пшеничку. Вопрос, куда ее высыпать? Сейчас будем по триггерам кататься, где-нибудь до даст разгрузить. Да, вот здесь. Да, скорее всего, вот здесь вот у нас рожь, пшеница и кукуруза. Точнее, и ячмень, а там отдельно идет кукурузная мельница. Ну, по логике вещей я бы предположил, что это именно так. Ладно, погнали за ячменем. Ячменем. Ячменью. Погнали. Да, друзья, как я и говорил, кукурузная у нас отдельно идет мельница. Ну и пофигу. Соответственно, привезли мы тут пшеницу, ячмень и рожь. Твою мать, опять я рожь назвал. Кукурузу. Рожь мы не привезли. КамАЗа оставляем отдыхать и погнали разберемся сейчас еще с рабочими. Давай, стой здесь. Какая ситуация у нас с работниками, друзья? Смотрите, 3 работника у нас находятся уставших на пивзаводе. 2 работника у нас находятся, и они продолжают работать, потому что я зафейлил на заводе подсолнечного масла, на маслобойне. 1 работник у нас уставший в карьере, то есть 4 уставших у нас всего, которые на предприятиях и которых надо забрать. Соответственно, 10 у нас трудится на стройке, 10 у нас только приехал со стройки и отдыхает, итого 26. И, соответственно, 4 трудяги на остановке у нас отдыхали дома. И сейчас они нам доступны. 2000 литров. Соответственно, 2 из них мы закинем на мельницу, а 2 из них закинем куда-нибудь. Уже на совместном стриме решим, куда их закинуть. А этих погнали отвезем на мельницу. И, Валероны, добро пожаловать на вашу новую работу. Будете работать на мельнице, и меня, в принципе, не очень волнует то, что вы никогда здесь не работали и не умеете. Как-нибудь поработаете. 2, соответственно, мы высыпали, и мельница закрутилась, зашуршала. Во, красотень, слушайте.
Даже скрипит там что-то. Прикольно. Так что, друзья, очередное новое производство у нас. Куда-нибудь потом эта мука пойдет, насколько я понимаю, на хлебзавод, скорее всего. Там маркер на магазине, как будто эти самые НЛО. Я его забыл снять. Во! Короче, друзья, все работает. Все замечательно. Можно залезть на крышу, посмотреть. Вообще симпатично. Очень даже. Ну и что, друзья, через пару часов у нас таки пошел дождик, и, соответственно, тут выработалось немножко муки. А, у нас отруби здесь продукт, вот в таких вот мешках появляется. Его, кстати, не так много появляется, муки появляется больше. Муки всей в одном количестве. А где ржаная? А, ржаная, наверное, будет как раз вот здесь появляться. Соответственно, ячменная мука вот в таких вот пакетах по 50 килограмм. Пшеничная мука, насколько я понимаю. Нет, это... Так, это ячменная. А, это пшеничная, да. Я все попутал, пардон, не умею читать. И, соответственно, кукурузная мука у нас еще есть. Тоже замечательно. Скорость переработки здесь 500 литров в час у нас. То есть в течение 4 часов мы получаем один поддон, да? В течение 3 часов поддоны по 1500 литров. В течение 3 часов у нас поддон муки появляется. Замечательно. Да, дождь в этой игре на самом деле так себе сделан. От слова совсем. Ладно, друзья, на этом я буду с вами прощаться. Для тех, кто хочет финансово поддержать канал и получить за это некоторые плюшки, переходите по ссылке в описании. Не забывайте про лосики, комменты. В голосовалке не забудьте проголосовать. У меня, в общем-то, на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. High grass and bare feet. Oh, would you each second is a tree?